как и в общем случае с чумами, давайте поговорим про подструктуры для решеток. Пусть у нас есть решетка А с объединением пересечения. Под множество B, множество A называется замкнутым, если оно вместо с любыми двумя своими элементами содержит их объединение и их пересечение. Тогда мы получаем решетку B с теми же операциями, как здесь, с тем же объединением и пересечением. И она называется подрешеткой исходной решетки А. Если совсем строго писать, то надо было бы писать объединение, ограниченное на B, и пересечение, ограниченное на B. Так же, как мы писали с ограничением отношения порядка на подмножество. Но обычно не загромождают обозначения и пишут, сохраняя вот те же обозначения, поскольку ну, это та же самая операция, только не для всех элементов. Заметим, что любое подмножество, не пустое, образует подчум. Вот в этом чуме, который порожден данной решеткой. Но этот подчум совершенно не обязательно будет являться решеткой, потому что B может не быть замкнутым. То есть, как правило, у решетки гораздо меньше подрешеток, чем у соответствующего чума подчумов. Вот. Теперь заметим такую вещь, что замкнутое подмножество из А это действительно замкнутое подмножество. Они образуют систему замкнутых подмножеств в смысле фрагмента про замыкание, про операторы замыкания и так далее. То есть система замкнутых подмножеств. Это означает, что есть соответствующий оператор замыкания. Мы берем подмножество. Ищем наименьшую подрешетку, которая ее содержит. То есть ищем наименьшее замкнутое подмножество, содержащее данные. То есть мы прямо, как во фрагменте про операторы замыкания, ищем замыкание. И получаем подрешетку. И в этом случае мы говорим, что множество B порождает эту подрешетку. Это порождающее множество данной подрешетки. Ну, часто бывает, даже скорее чаще, чем наоборот, что порождающее множество не единственное. Давайте пример рассмотрим. Возьмем вот эту решетку. Натуральные числа с наименьшим общим кратным, наибольшим общим делителем. И породим там подрешетку множеством чисел 6, 10, 15. Как породить? Надо найти наименьшее замкнутое подмножество, которое будет содержать 6, 10, 15. То есть нужно взять 6, 10, 15 и добавлять туда результаты операций, пока туда добавляется что-нибудь новое. Добавим туда нот 6-10 это двойка, нот 6-15 тройка, нот 10-15 это пятерка. Мы добавили 2, 3, 5, надо продолжить добавлять ноды. Ну, таким образом мы добавим единицу еще. Ну и теперь попробуем добавить что-нибудь еще при помощи ноков. Ну вот нок 60, 6, 15, 10, 15, все равно будет 30. Ну и там дальше надо проверить, что больше мы ничего получить не сможем с имеющимися числами и операциями объединения и пересечения, то есть нока и нода. И мы получим искомую подрешетку, это решетка делителей числа 30. Ну и у нас получается, например, мы можем обсуждать решетку подрешеток заданной решетки, так же как обсуждают решетку под групп группы, под колец кольца, под пространство линейного пространства и так далее. Подрешеток решетки тоже такой вполне алгебраический объект.